большие. Это именно у ивы и у вербы. Это такой комарик, который там живет, и он там домик себе делает. А люди думают, что это какая-то ерунда. На самом деле это так же, как у этого, у дуба есть вот эти шишки такие, круглые. Это из нее краску делают. Галлы называются. Вот, помню. Галлы. Вот это дюрин. Дюрин. Видишь, красный. Ага. Так. Чего вода? Вода весной, здесь ходить невозможно. Ветер нормальный, ветер такой. Вода поднимает уровень воды. Здесь все хорошо, все рядом, никуда не надо далеко ходить. Качаться, а потом все поломается. И новый снятие рыбачка. Лучше, конечно, бы не видел, а то никто не видел. А я небо сниму. Красивое. Можно удалить потом. Это красиво, на видео. Здесь мама часто садилась вон на эту штуку и плавала туда до самого конца. Чистит ходить. Там теплее вода. Она и чище, и это яблоко, как-то очень красиво пришло. Чуть выше встать и вот так вот за водином заснять. Кстати, вода не снятся по грязной.